Потому что весь прежний опыт подсказывал, что нужно бороться. И только когда уже силы истощились, у России появилась артиллерия дальнобойная, нарезное оружие, промышленное производство, уже стало очевидно, что горы не тянут. Не тянут. И проще... Надо было умереть, да, он, да, все, да. Вот если он столько лет, да, он погибло десятки, сотни тысяч лет, тогда да, он, если вот пушки появились, то надо сдаваться, что ли, да? Ну, он же сдался в обмен на сохранение жизни. Кого? Чьих? Огромного количества жителей Чечни и Дагестана, потому что если бы он сопротивлялся до конца и умер бы, были бы репрессии, как в отношении черкесов, они воевали до последнего и стерли с лица земли жанеевцев, хакучей и быхов. Мы сохранились. Мы сохранились. Мы понесли большие потери. Нас выслали, мы 300 тысяч, да, больше 300 тысяч чеченцев и ингуши потеряли по дороге, да, он. Еще по дороге, когда еще... Исламский султанат или сталинская депортация? Сталинская депортация. Нет, я говорю, вообще, я говорю, вот история вот так продолжалась. Вот я говорю, вот после того, как... У нас сколько? Еще 2-3 восстания было? После имама Шамиля. У нас 2-3 восстания было у нас. У нас в лучшую сторону ничего не изменилось за все эти годы. Только убийство, только искажение, унижение. Да, смотрите, моя позиция такая. То, что он принял условия пленения... В обмен на то, что не будет преследований и репрессий жителей Чечни и Дагестана, спасло наши народы от той судьбы, которая постигла черкесов при Черноморье. Там целые народы, 100-тысячные, исчезли.